В Сургуте на улице Лермонтова перевернулась иномарка. Авария случилась днем в пятницу. 24-летний водитель Hyundai Solaris ехал со стороны проспекта Мира к профсоюзов. По предварительным данным, по пути молодому человеку стало плохо. Он потерял контроль над управлением машиной. Автомобиль наехал на бордюр и после удара сугроб перевернулся. Молодого человека бригада скорой помощи доставила для осмотра в больницу. Пассажирка не пострадала. Ведется административное расследование.